Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енот Постригун». Сегодня мы с вами поговорим, наверное, о самой распространенной в мире валовской машинке. Если, конечно, не говорить об их подразделении Moser с их просто бомбой Moser 14.2.0, мы поговорим о машинке проводной вибрационной начального уровня Wall Super Taper. Давайте, как всегда, сначала посмотрим на упаковку и потом посмотрим, что у нас внутри. На лицевой стороне у нас вот общий вид этой машинки. Указано, что здесь самый мощный мотор, что разработано в США, что проводная, и что у нас имеется регулировка длины среза ножа. Это классическая серия. Что еще? Что она у нас профессиональная. И сзади у нас указана комплектация. Это 4 насадки. Указано, что проводная и ширина ножа. Причем здесь, конечно же, они врут. Ширина вот этого нижнего ножа 46 мм, а 40 мм это ширина верхнего ножа. Ну, давайте посмотрим. Ну, и еще в комплектации у нас указано, что входит расческа, масло, щеточка для чистки и красные труселя. То есть красные труселя, как утверждает Wall, это гарантия профессионального качества машинки. Ну, как цвет трусов влияет, я не знаю, но вот есть у них такая фишечка. Давайте вскроем упаковку и посмотрим, что же у нас там лежит внутри. Вскрываем. В коробке у нас лежит такой лоточек, в котором у нас куча макулатуры, гарантийник, так называемый сертификат качества. Как вот эта вот бумажулька может гарантировать качество, непонятно, но тем не менее. Такая вот краткая инструкция по безопасности. Это у нас инструкция говорит о том, что нельзя использовать на этой машинке спрей Wall для охлаждения машинок. Ну, интересная информация, но бог с ним. Ну и инструкция на нескольких языках, в том числе на русском. Почитайте, я думаю, что-нибудь полезное для себя почерпнете. Итак, в комплекте у нас расческа валовская стандартная. 4 насадки с длиной среза 3, 6, 10 и 13 мм. Насадки обычные, не премиальные, пластиковые, с защелочкой. Насадки, в принципе, хорошие. Никаких феноменальных качеств у них нет, но просто хорошие, просто работают. Ну и, наконец, сама машинка. Машинка простая, машинка по-хорошему дубовая. Сломать ее можно, только уронив на пол. Ну и то, даже уронив на пол, сломать ее с первого раза вряд ли получится. Машинка тяжелая, 620 граммов. Шнур 2,4 метра, это, в общем-то, американский стандарт, 8 футов. Не так много, как хотелось бы 3 метра, еще лучше, как у легенды 4, но сколько есть, столько есть. Мощность 10 ватт, это потребляемая мощность, но так как здесь стоит индукционный мотор, эта машинка проигрывает по мощности многим машинкам, там на 3 ватта, но роторным, да, это аккумуляторные машинки. Здесь движок довольно-таки слабенький, довольно громкий, и сильной вибрации. Здесь стоит индукционный мотор. Подробнее о моторах мы говорили в одном из предыдущих видео. Если вам интересно, можете посмотреть, воодушевиться. При включении частенько слышно щелчок. Это нормально для этого типа моторов. Он будет там примерно в половине или более случаев. На качество работы машинки это никак не влияет. Имеется регулировка длины среза. Регулировка здесь идет от 1 до 3,5 мм. Это достаточно хороший шаг. Регулировка плавная, без щелчка. То есть здесь нет каких-то заметок, по которым можно определить, какая же длина среза там установлена. Нож с гармошкой. Профиль у него с перегибом. То есть это нож в первую очередь для снятия массы. Шаг зубцов довольно-таки широкий, поэтому окантовку данная машинка не делает. Она предназначена, повторимся, только для снятия массы. Несмотря на то, что мотор здесь довольно хиленький, тем не менее, там, путешествуя по Азии, во многих азиатских недорогих барбершопах я видел именно такие машинки. То есть его мощности вполне достаточно, чтобы справляться с любым типом волос. Просто иногда
машинка будет подбуксовывать, немножко там будет меняться звук ножа, но тем не менее она будет справляться с любыми волосами. Частота данного двигателя 6000 движений в минуту, не больше и не меньше, соответствует она напряжению, частоте тока в нашей сети. Ну, что еще рассказать? В общем-то, пожалуй, и все. Если будут какие-то вопросы... Ах, да, ну, нож здесь не быстросъемный, на винтах. Ширина нижнего ножа 46 мм, ширина верхнего ножа 40 мм. На этом, пожалуй, действительно все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте их под видео. Постараюсь ответить. Заходите в нашу группу ВКонтакте, оставляйте запросы на новые видео. На этом все. Пока-пока.